точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что накроют эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали только и всего. Что вы, что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым, только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел. Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь и конца пути не видно, но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. В добрый путь дорога требует отваги, и мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая, точка, точка.